Главная выставка профессиональных технологий сцены Light Audio Tech как точка отсчета. Традиционно на сентябрьской выставке ImLight открывает новый рабочий сезон. Сезон ImLight версия 34 стартовал большими премьерами оборудования собственной торговой марки и самыми свежими разработками от наших иностранных партнеров. Компания, несомненно, своему предюбилейному году вышла с новыми продуктами. Несомненно, один из важных и главных проектов – это система управления Apollo. Это реально система, которой нет аналогов в России. Мы очень гордимся и надеемся, что в ближайшее время эта система управления появится во всех основных главных театрах нашей страны. Компания ImLight планомерно, шаг за шагом реализует производственную программу. Реорганизация мощностей, обновление станочного парка. До конца года будет введен в эксплуатацию новый завод механического и грузоподъемного оборудования. Поэтому главный упор на оборудование торговой марки ImLight и возможности компании в разработке комплексных технических решений. Apollo, Mysterium, Artist, Vertical. На Light Audio Tech 2023 мы не просто демонстрировали новые продукты. Мы заявили о новых производственных направлениях, в том числе в сфере интеллектуальных, наукоемких технологий. Каждым годом выставка растет, ImLight растет, продуктовая линейка растет, продуктовая линейка обновляется, расширяется, улучшается. И очень много новинок интересных, которые есть, вещи, которые уже прошли модернизацию, есть что посмотреть. Второй день на выставке, все подхожу, спрашиваю, интересуюсь, получаю обратную связь, делюсь обратной связью. Супер! Компания ImLight сегодня – это собственные производственные решения и сбалансированный портфель иностранных брендов. Прямые международные контакты и не только лишь деловые, но и дружеские отношения с компаниями-лидерами индустрии профессиональных технологий сцены. I am delighted to be here. Ну, я очень рад быть здесь. Being in Russia for the first time. Я в России первый раз. And I'm delighted to cooperate with your company. Я очень рад работать с вашей компанией. And in this very important market for DTS. Это очень важный рынок для DTS. Even before I много слышал до этого о компании ImLight и знал, что она является одной из лидирующих на достаточно плотном рынке светового оборудования. И все его ожидания от компании ImLight оправдались. Это то, чего он и ждал. Sono felice di essere qui sullo stand ImLight per la prima volta a Mosca e effettivamente vengo dall'Italia con amore. Сегодняшний визит на выставку – это попытка восстановить картину мира, потому что в нашей индустрии, отрасли очень многое меняется, многие поставщики ушли, пришли другие, новые приборы, много новых китайцев появляется, и хочется как-то себе представить. Но по большому счету все равно как бы лидеры рынка, они никуда не ушли, как были, допустим, Койпаки, там Рубе ДТС, они по-прежнему рулят. Хороший пример – это Нижний Новгород, Пакгаузы полностью укомплектовались решениями ДТС, Stage 4 и Клейпаки. И, в общем, зал получился экипирован под абсолютно любые задачи. Стенд ImLight на Light Audio Tech вновь стал местом притяжения и эффективных переговоров. Я ничего не успел посмотреть, кроме как зашел, посмотрел сразу сюда. Михаил Мамонов мне уже отправлял видео. Я пришел, сразу уже две встречи провел о будущих объектах совместных. Ну, знаете, я участвую в выставках, вы не поверите, 89-го года. Главное на выставке что? Есть люди, они есть. Лица довольные, смеющиеся, значит, все хорошо. Вот я зашел, сразу две встречи. Значит, выставка проведена не напрасно. По крайней мере, для акустик-групп. Конечно, мы ежегодно посещаем выставку. Я смотрю, ImLight уже второй год, большой стенд. Очень нам нравится каждый раз новые технологии. Посмотрели вашу новую систему управления светом. Цепные лебедки и так далее. У нас с ImLight много, мы постоянно в контакте, мы в курсе всего, что происходит.
наши инженера на ежедневном брифингах с вашими ребятами. Мы с вами сейчас проектируем несколько объектов. Это достаточно высокотехнологичные решения. Но работы, я вам скажу, что у нас с вами очень много. На сегодняшний день 80%, даже может 90% это театральные технологии, именно в разрезе механики и частичное управление светом. Казахстан, Российский Урал, Сибирь, Кавказ, Ставрополье. Десятки совместных проектов в стадиях от проектирования до пуска наладки. Осенью открываются после глобальных реконструкций драматический театр Ростова-на-Дону, Пермская филармония, Прокопьевский драматический театр, известный как Кузбасс с Келенком. Это большой красивый памятник, вот, где мы совместно с компанией «Имлайт» реализовали разделы механоборудования, механику и раздел постановочное освещение. Вот. Там заложены, запроектированы и уже на сегодняшний день смонтированы много брендов, которые входят в портфель «Имлайт». Это и наш всеми любимый и прекрасный «Сильвер Стар». Вот. Это много продукции бренда «Имлайт». Бренд «Имлайт», именно как отечественный производитель, в нашем портфеле занимает очень важную и большую часть, потому что мы считаем, что все разработки «Имлайта» и продукция «Имлайта», она сегодня сверхконкурентная. Знаете, вот как эта пословица: «Не было счастья, да несчастье помогло». Так вот, это как раз та история, когда сегодня нам наши мировые, так скажем, друзья, да, в кавычках, помогли показать нашим конечным заказчикам о том, что в России есть умы, в России есть продукция, которая достойна быть на их, соответственно, объектах. Я очень рад, то, что встретил тех людей, кого мы давно не видели. Я очень рад стендам компании «Имлайт». Спасибо вам большое. Мы каждый раз видим какие-то новинки, которые нам крайне бывают важны в нашей работе. И, в принципе, хочется поблагодарить вашу компанию за отношение к нам, к дилерам, к вашим. И также хочу сказать, что мы, в свою очередь, будем каждый раз стараться использовать ваши решения. Следующий год обещает быть довольно-таки интересным. То есть у нас впереди два театра, несколько детских учреждений. Я вообще могу сказать, что у нас на Кавказе, если вы зайдете в любое заведение, вы обязательно увидите бренды, которые находятся в вашем портфеле. Да вы лучшие! Выставка Light Audiotech в сравнении с прошлым годом выросла на 35%. 147 компаний-участников. Трафик гостей увеличился почти вдвое. Компания «Имлайт», в свою очередь, также готова подвести промежуточные, но очень важные итоги трех дней выставочной работы. Прошло много встреч, переговоров, и мы даже сейчас в определенном есть замешательстве, как мы сумеем реализовать все проекты. Я думаю, что на сегодняшний день компания «Имлайт» там до 26 года реально сформировала портфель заказов. Этот год, еще раз, и эта выставка, несомненно, это старт для нашего юбилейного 35-го сезона, как мы называем, да, и надеемся, что в этом году в юбилейном будет много новых интересных премьер, много интересных открытий, поэтому «Имлайт Forever».